предложение сегодняшнего дня – это магнитный браслет. Это не просто украшение, изысканная деталь вашего ювелирного гардероба – это ваше здоровье. Ведь известно, что магнитотерапия с незапамятных времен использовалась для улучшения самочувствия, для нормализации давления, для улучшения нашего тонуса и, конечно же, для того, чтобы предотвратить развитие воспалительных процессов в организме. И это именно магнитотерапия. Мы сегодня представляем главное предложение дня – это магнитные браслеты, которые получили сегодня скидку 50%. У нас представлены сегодня три варианта цвета вставки. И расскажет все подробно литотерапевт с 30-летним опытом работы, энергопрактик Алена Мещерякова, которая сегодня приехала к нам в студию. Как оздоровиться с помощью магнитов? Расскажите, пожалуйста. Ну, что я вам скажу, как литотерапевт, который давно практикует и любит нетрадиционные способы исцеления организма, магнитотерапия – один из таких способов, который очень быстро и очень эффективно помогает вам поправить ваше здоровье. Причем можно его использовать и в плане профилактики, и в плане исцеления вот абсолютно конкретных заболеваний. Это действительно очень древний такой, древний способ немедикаментозного воздействия исцеления организма человека, который был известен еще в Древнем Египте. Еще даже, говорят, великая Клеопатра использовала магнит, который она прислоняла к своему третьему глазу, к этой зоне, для того, чтобы продлить себе молодость и добавить себе здоровье. И также в Китае очень ценили, в Древнем Китае. Рекомендует в основном магнитотерапию абсолютно людям для широкого спектра заболеваний. Прежде всего, вот чаще всего ко мне, лично как к литотерапевту, обращаются люди, которые гипертоники, у которых проблемы, серьезные проблемы с перепадом давления. Сейчас метеозависимых людей очень много, ну, все потому, что вспышки на солнце, все что угодно. Сейчас климат меняется, вы это сами наверняка заметили, и это просто бич, падает, перепады давления. Частые стрессы – это просто неотъемлемая часть вообще нашей жизни, и, к сожалению, с этим тоже надо что-то делать, как-то с этим справляться. Наша психика подчас не успевает это переваривать. Бессонница – опять же, очень частая причина, и когда назначают магнитотерапию, а также различного рода болевые эффекты, чтобы понизить болевой порог. Это касается и сосудов, ой, простите, это суставов, и если это были переломы костей, восстановительный процесс. А также я могу сказать, что часто магнитотерапию назначают людям, которые действительно пережили какую-то серьезную операцию на сердце, и длинный восстановительный процесс после инсультов и инфарктов, в том числе назначают магнитотерапию для того, чтобы выровнять ритм сердца. И для того, чтобы наладить частоту сосудов, так скажем, да, и движение лимфы и крови в нашем организме. Да, спасибо огромное, это очень важно. Итак, внимание, вы получаете браслет Абель Нуар Дизайр, и у нас есть три варианта модификации. В цвет розового кварца у нас есть вставка, также у нас есть браслет с черной вставкой, это кошачий глаз, обратите внимание, сама форма глаза черного цвета, вот они, магниты, которые соприкасаются с акупунктурными точками на нашем запястье, там, где у нас пульс. И помимо черного у нас есть еще голубой цвет. Три варианта цвета. Заказывайте любые два, и вы получите губную помаду в подарок. Набирайте уже сейчас наш номер телефона, успеваете заказать и почувствуйте себя значительно лучше. Вы получаете браслет в коробочке Абель Нуар. Это подарочный вариант. И, конечно, это здорово, что сегодня действует хорошая скидка в 50%. И, конечно, здесь у нас еще идет и оздоровление. Вот у меня, например, педагог в вузе, она только в магнитном браслете всегда ходила, причем она нам сама рассказала, что это магнитный браслет, мы думали, что это просто украшение. Она говорит, если я не надела браслет, я себя чувствую плохо, на меня все действует, на меня влияет головокружение, метеозависимость открывается. Надела браслет, и мне отлично. Вот давайте подробнее расскажем, как же работают магниты и как влияет на нас. И, кстати, мы провели эксперимент, и мы убедились, что магниты, которые уже вставлены в браслет, они работают.
они работают мгновенно. Я как литотерапевт хочу сказать, что вот этот контакт, который необходим либо с металлом, либо с камнем, да, происходит очень быстро. Вот эта синергия, сонастроенность, да, с организмом человека. То же самое происходит с магнитами. То есть вам не нужно много времени для того, чтобы адаптировать это украшение под себя и уже получить первый эффект. Вы это можете просто физически начать ощущать, и это, как правило, все сразу начинают чувствовать. Ну, вот у меня были клиенты, которые просто сразу говорили, я прямо чувствую, я не знаю, покалывание в районе пульса, то есть начинается изменение, или пульс начинает очень хорошо вибрировать, начинаешь его очень хорошо ощущать. То есть какие-то физические ощущения вы сразу начинаете ощущать. Контакт пошел, да, что называется, процесс взаимодействия тоже пошел. Магнитное поле у человека, ну, разное, скажу вам честно. То есть вот, ну, вы наверняка слышали про тему ауры, да, энергетического поля, которое есть абсолютно у каждого, но в той или иной степени у одного человека это энергетическое поле широкое, здоровое, что называется, целое. Наполненное, целостное, а у другого оно, так скажем, поврежденное. И поврежденное оно может быть в силу разных совершенно причин, например, в силу каких-то внешних, более активных энергетических воздействий, которые мы получаем в течение всей жизни, там, где угодно. Это могут быть всякие излучения и так далее. И могут быть просто, кстати, энергетически мощные, сильные люди, которые, ну, так скажем, сильнее вас по энергетике, пробивают вашу энергетику. Да, и обратите внимание, что вы будете получать защиту с помощью магнитного браслета. У нас, смотрите, центральная часть широкая 40 миллиметров, это заметный браслет. Браслет имеет жесткую конструкцию из бижутерного сплава, надежный, крепкий, качественный. Магниты вставлены внутрь, чтобы соприкасались с запястьем и оздоравливали нас. У нас есть три варианта цвета. Цвет розового кварца, вот сейчас вы видите у меня в руках, это крупный браслет со стразами в дополнение. Есть у нас еще цвет голубой и есть черный цвет. Вы получаете в коробочке от бренда Abel Noir Desire браслет. И у нас акция при заказе двух браслетов Desire вы получаете помаду в подарок. Успейте дозвониться, количество подарков у нас ограничено. Действует у нас сегодня скидка на браслет 50%. Помимо этого браслета у нас есть разные модификации. Заказывайте сразу. И для мужчин, и для женщин на подарки. Любой браслет стоит 999 рублей. А здоровье бесценно. Без таблеток нормализовать здоровье, улучшить кровь и самочувствие с помощью магнитной терапии легко.